Эволюция развития от атлантического лайнера «Титаник» до круизного лайнера «Симфония Мари» включает в себя значительные изменения в морских путешествиях и пассажирских перевозках в течение столетия. Давайте рассмотрим эту эволюцию поэтапно, чтобы лучше понять произошедшие преобразования и как современные круизные лайнеры стали воплощением технологического и конструкторского совершенства. Путешествие начинается в начале 20 века, во время золотого века океанских лайнеров. В это время появились роскошные суда, созданные для перевозки пассажиров через Атлантический океан с непревзойденным стилем и комфортом. Воплощением той эпохи был построен самый крупный на то время лайнер RMS, «Титаник», чудо инженерии и роскоши. Длина британского трансатлантического пассажирского парохода 269 метров, ширина 28 метров. Это второй лайнер класса «Олимпик» компании White Star Line. Крупнейшее судно в мировой истории начала 20 века. Пассажировместимость 2439 человек, экипаж с персоналом судна 899 человек. Скорость хода 23 узла. Во время той эпохи богатые пассажиры из Европы и Соединенных Штатов Америки собирались на длительные путешествия через океан на роскошных лайнерах, чтобы испытать новые комфортные путешествия, наслаждаться их роскошью, а также встречаться с другими обеспеченными путешественниками. Океанские лайнеры того времени обладали истинными произведениями искусства и инженерии. На океанском лайнере того времени можно было увидеть богатые бальные залы, роскошные спальные каюты с отделкой из драгоценных пород дерева, а также салоны, библиотеки и театры. Пассажиры могли наслаждаться музыкой, заниматься спортом на специально оборудованных площадках, а также проводить время в кругу общества высокого класса. Также океанские лайнеры в то время преуспели в роскошном питании, включая и французскую кухню и обслуживание на высшем уровне, это все было предусмотрено и на «Титанике». Кроме того, пассажиры приходили на различные мероприятия, включая вечерние танцы, концерты, казино и другие культурные мероприятия. Однако «Титаник» известен не только своей роскошью, но и трагическим затоплением лайнера в 1912 году. Катастрофа «Титаника» стала поворотным моментом в развитии морского пассажирского судоходства, приведшего к улучшению международных стандартов безопасности и безопасности на море. После гибели «Титаника» конструкция и эксплуатация пассажирских судов претерпели значительные изменения. Внедрение новых технологий, таких как дизельные двигатели и электричество, а также разработка более строгих правил безопасности привели к созданию более современных и безопасных судов. В то время круизные лайнеры становились все более популярными среди пассажиров. Такие корабли, как «Королева Елизавета» и «Королева Мария», предлагали роскошь высокого класса, привлекая богатых и известных людей. Эти лайнеры были оснащены многочисленными удобствами, включая каюты с ванными комнатами, спортивные сооружения, театры и казино. После Второй мировой войны развитие круизных перевозок получило новый импульс. Первые круизные компании, такие как Carnival Cruise Line, Royal Caribbean International и другие лайнеры, начали предлагать широкий спектр круизных маршрутов и развлечений на борту. Современные круизные лайнеры, такие как Symphony of the Seas, являются технологическими чудесами. Они оснащены передовыми системами навигации, энергосберегающими технологиями, высокоскоростным подключением к интернету, спа-салонами, аквапарками, театрами, ресторанами международной кухни, бассейнами и многим другим технологиями, приветствующиеся посетителями на судне. Круизные лайнеры также стали более экологически устойчивыми, используя системы солнечной и ветровой энергии и более эффективные системы управления отходами. Symphony of the Seas, как и другие современные круизные лайнеры, имеет внушительную длину около 362 метров, ширина 48 метров. Symphony Marie – круизное судно класса Oasis, принадлежащее и управляемое компанией Royal Caribbean International. Судно было крупнейшим в мире круизным лайнером с марта 2018 года по январь 2022 года, когда его превзошел Wonder of the Seas на 1 метр длиннее и на 8,8 тысячи тонн тяжелее.
Пассажировместимость судна – 6680 человек, экипаж составляет 2200 тысяч человек. «Симфония Марии» имеет различные каюты, начиная от небольших комнат до люксов, некоторые из которых оснащены настенными экранами, именуемые виртуальные балконы, которые показывают то, что находится вокруг судна. Эти экраны были впервые установлены на круизных судах класса «Квантум». Самые крупные из кают, классифицируемые как королевские апартаменты, коронные апартаменты и небесные апартаменты, простираются в высоту на две палубы и названы «Loftsaites». Кроме своих круизных габаритов, современные лайнеры приняли передовые технологии, чтобы улучшить пассажирские обслуживания на борту. От современных навигационных систем до передовых средств контроля за торговлей, эти суда находятся на первом месте инноваций. Кроме того, круизные лайнеры проявляют устойчивую реакцию на воздействие над окружающим миром. От использования более чистого топлива до потребления программ по растительным углеводам, управление работает над более экологическим будущим. На круизном лайнере представлено большое разнообразие видов кафе, предлагающих широкий выбор кулинарных увлечений от нетрадиционных блюд до гастрономических изысков. Разнообразные развлечения с передовыми технологиями, чтобы предложить пассажирам изысканное путешествие по морю. Это связано с постоянным стремлением к инновациям и удовлетворению потребностей в привлечении и иностранных туристов. Таким образом, эволюция от «Титаника» к «Симфонии Марии» демонстрирует значительный прогресс в технологиях, безопасности, размерах и роскоши, предлагаемой на современных круизных лайнерах. Круизные лайнеры стали популярны среди путешественников, предлагая им незабываемые морские приключения и комфорт на борту.